Новый трос спидометра фирмы Бритпарт 90 62 30 54. О, пакет в пакете. В коробке он прикручивается тремя винтами. Ну а теперь попадаем в винты. Вот, здесь немножко неудобно. Наживляю, затягиваю. Все, притянул все три винта. Трос провел. Над глушителем поднял. И хомутами уже закрепил его. Болтаться не будет. Здесь вывел вверх. А там уже дальше будет понятно, в какое окно его провести. Трос установил, закрепил. И... сейчас попробую установить сзади короб, как это получится. Здесь с одной стороны на другую кинул проводку, гофу, я приклеил к раме и закрепил скотчем. Потом скотч оторву, будет держаться на клее. Хотел приклеить сначала такие, как вот для держания, держатели для гофы, потом не стал. Пусть лучше будет клей, клея будет не видно. Хотя снизу и так будет не видно. А сейчас поставлю вот так вот и будем пробовать. Так, я ничего не вижу, руководи. Стоп, назад, далеко утащил. Еще назад, 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 назад. Ставим. Так, надо нам, вот сейчас смотри, приподнимаем, и вот эти крюки, да, встают на бак. Ага. Почему-то они не попадают. Надо назад. Тихо там. Куда она села? Не знаю, куда она села. Почему она так грохнула? Нет, там не надо зад приподнимать. Чуть-чуть. Не натягивать, что ли? Да. Так. Она не тянется, тебе патрубки не дает. Сейчас подожди. Будут смотреть, что не так. Не попадает патрубки почему-то. Поставили короб. Вот так вот теперь это выглядит. Единственное, здесь еще придется доделывать. Сейчас покажу, что.
патрубки здесь подрезано было уже на старом баке, а новый ставлю, мне еще целый сантиметр не позволяет сдвинуть сюда назад. Вот он, сантиметр. Поэтому я откручу бак. Здесь у меня сантиметр позволяет его сдвинуть. И сдвину по креплению бак назад. Тогда у меня этот сантиметр уйдет, и я смогу нормально закрепить. А так буду уже ставить заливную горловину, ставить накладки, приклепывать. Клепочник я купил. И будет вот такой уже складываться конструктор. Ложим с под сиденья и собираем, будем пол. Продолжаем. Перерезал я внизу крепление, расширил. Даже видно, насколько бак сдвинулся взад. И здесь у меня горловины подошли. Все, ничего отрезать не стал. Немножко горловину наклонил, и она встала. Прикрутил 4 центральных болта. Снизу закрепил. Также здесь, сейчас покажу. Вот два крепления. С одной и с другой стороны. И сзади вот эти все 5 точек. Раз, два, три, четыре, пять. Их тоже закрепил. О, резкость навелась. Вот эти 5 точек по 2 болта тоже закрепил. Все, короб стоит неподвижно. Теперь можно накладки сюда приклепывать, верхние тоже накладки приклепывать. И также сейчас сюда установлю сетки, а с этой стороны установлю заслонки. Но чтобы заслонки установить, сначала сюда надо приклеить резину с двух сторон уплотнительную. Ее заказали новую. Номер этих резиновых уплотнителей по Бридпарту МУЦ-4299. Вот такой идет уплотнитель. Вот этим желобом он устанавливается на кузов. А уже потом можно будет ставить крышки. Сейчас мажу клеем желобок и приклеиваю. Купил вот такой вот заклепочник. Я-то здесь получается от 3,2 до 6,4. 3,2, 4,0, 4,8, 6,0, 6,4 заклепки клепают. Головки переставные. Вот такой вот. Ну и не терпится приклепать шильдик с ВИН-кодом. Все-таки это уже автомобиль собирается. Вот он, шильдик, и стоит он вот здесь вот. Заклепочки идут на 3 миллиметра, 3,2, если точнее.
Ко дна есть. Вторая есть. Все. Автомобиль у нас с ВИН-кодом. Ну и теперь прикрепляю шильдик в салоне, который у нас установлен. Все. И эта штучка тоже у нас приклепана. Ну а теперь нам надо будет приклепать сюда сеточки с двух сторон. Сетки у нас алюминиевые. Вот такие вот сеточки. Берем и приклепываем. Правая сетка у нас ближе к водителю, а левая сетка будет ближе к середине. Ну, короче, оба отверстия, вот эти для открывания и закрывания, будут ближе к середине. Заклепки также на 4 мм. И вот таким способом клепаем с обоих сторон. Заклепочник хороший, обломыши сразу падают в баночку для сбора.
Ладно, клепаю. Приклепал обе сетки. А теперь приклепаю эмблему сзади. Понятно, что это все на данный момент пока баловство. Но мне нравится. А здесь заклепки на 5. На 5 заклепки у нас оригинальные лендроверовские. А здесь идет вот такой вот шильдик. Все. Автомобиль уже называется Land Rover. И вот так вот, шаг за шагом, соберется отличный автомобиль. Отличный экземпляр. А вот сюда беру накладку, ставлю. Вот эти накладки будут у нас вот таким цветом. Пока только наживлю, до конца не схватываю. Вот здесь вот эту заклепку пока клепать не буду. Накладка, не помню, по-моему, она до нее не ложится, но ее я потом приклепаю, последнюю заклепку. Ну, вот таким макаром клепаю с одной и со второй стороны. Начало по заклепке положено. С обоих сторон приклепал. А также установлю еще пробку радиатора новую. Тоже фирмы Бритпарт, RTC-3610. Прокладочка тоненькая. Все, и пробка у нас стоит теперь тоже новая.